О решении Госдумы, где сегодня обсуждали защиту интересов заемщиков. О необходимости позаботиться, чтобы кредит даже в самых сложных ситуациях не превращался в кабалу, говорил в послании Федеральному собранию президент. И вот в третьем окончательном чтении принят законопроект об ипотечных каникулах. Воспользоваться им смогут те, кто, например, потерял кормильца или испытывает проблемы со здоровьем. Выплаты в этих случаях можно будет уменьшить или вовсе приостановить. В первом чтении принят документ, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья. И, кроме того, одобрен законопроект о третьем этапе амнистии капитала. С 2015 года программа помогла вернуть в российскую юрисдикцию имущество на миллиарды.